Каждый день расширенный состав национальной сборной JuniorSkill в составе 20 человек тренируется по трем компетенциям – мобильная робототехника, графический дизайн и электромонтаж. Маргарита Дерунец вместе с Андреем Матвеевым из Хабаровска собирает электромонтажную схему. Каждый день юниоры выполняют задания, максимально приближенные к тем, которые будут на соревнованиях. Мы крепим оборудование, получается, коробки, в которые потом будем вставлять там лампы и все оборудование, потом будем прокладывать провода. Они сейчас проходят в составе, в таком командном составе тренировку, чтобы у ребят вырабатывался вот этот соревновательный эффект. Задания мы специально немножечко усложняем, делаем какие-то моменты неожиданными. Робот Никиты Лудякова и Арсения Сухмана поднимает и переносит предметы из зоны урожая в зону сортировки. Юноши собрали его в парке будущего. Сконструировать такого робота – одно из подготовительных заданий. Мы научились использовать программы новые. Мы научились делать так, чтобы программы становились меньше, но их смысл не менялся. Также мы научились строить определенные механизмы. И вот уже сейчас мы пробуем себя в условиях соревнований. На компетенции графический дизайн занимаются два юниора. Ребята в специальной программе создают логотип бренда. Все задания даны на двух языках – русском и английском. Пока ребята готовятся к серьезным чемпионатам, мальчишки и девчонки со смены «Город мастеров будущего» только начинают изучать компетенции. Кровельное мастерство сменовцам преподает президент Союза кровельщиков России Николай Савченко. С помощью специального инструмента участники смены создают ромбики, из которых и будет состоять крыша. В итоге ребята сделают несколько макетов зданий с настоящей кровлей из металла. А на компетенции электроника с преподавателями парка будущего каждый научится собирать электрическую цепь.